Однажды один мальчик заблудился в лесу. Он долго шел и звал на помощь. И в конце концов потерял всякую надежду на спасение. И вдруг вдали он что-то увидел. Он не поверил своим глазам. Это был старый дом. Внутри тускло горел свет. Он зашел внутрь. Внутри горела какая-то маленькая свечка и тускло-тускло освещала комнату. Там стояла кровать и стол. Мальчик, недолго думая, лег на кровать. Так он устал. Немного привыкнув к тусклому свету, он разглядел, что было на стенах. На стенах висели картины. На них были нарисованы жуткие лица странных людей и каких-то существ, которые выглядели как живые и как будто смотрели на него. Он долго не мог уснуть. Так пугали его эти портреты. Но в конце концов усталость взяла свое. Он закрыл глаза и уснул. На следующее утро он открыл глаза от яркого света. Ужас охватил его с головы до ног, когда он глянул на стены. То, что вчера ему показалось картинами, вовсе таковыми не являлись. Это были окна.